Теперь 1 сентября 2020 для гимназии номер 4 станет днем, когда исполняются мечты. Учреждение образования давно нуждалось в такой площадке, где могли бы развивать свои способности местное юное спортивное дарование. И теперь современное поле для занятий здесь есть. Оно должно стать местом притяжения для старого района Востока. Вокруг в домах живут сотни ребят, для которых эта площадка, возможно, послужит первым шагом на пути во взрослый профессиональный футбол. Постараюсь эту площадку сделать 1 сентября для того, чтобы после уроков, да, дети могли не только сидеть в гаджетах, а больше отвлечься от этих гаджетов, чтобы они могли пойти и позаниматься спортом. И эта площадка, она очень будет важной. Это не только для учеников 4-й гимназии, но и также для жителей микрорайона, потому что в целом она закрываться не будет. Ее задача для того, чтобы постараться массово вовлечь детей, скажем, в спортивную, и так более юношей, и взрослым надо тоже заниматься спортом. Вот это уже 4-я площадка в городе Бресте за год. В 20-й школе, в 6-й гимназии, в 24-й школе и сейчас в 4-й гимназии. Задумка еще есть. Есть там, где находится манеж, вы знаете, да, который федерация построила вместе с местными органами власти. Есть задумка там то же самое положить большое полноразмерное поле 105 на 68 рядом с манежем. Реализовать проект удалось силами сразу трех партнеров – Белорусской Федерации Футбола, городских властей и предприятия «Санта-Бремер», руководитель которого Александр Машенский, выпускник 4-й гимназии. Свою поддержку он адресует учебному заведению, где прошли годы его становления. Руководитель одного из крупнейших предприятий страны уверен, так сегодня можно оживить старые районы, добавить в их размеренный ритм больше жизни. Я задумался еще раз о старых микрорайонах, о тех школах, о Старом Востоке, если можно сказать. И я считаю, что последовательные шаги, привлечение внимания, то есть это как бы следующий важный этап моей позиции, например, гражданской. И вот сегодняшний стадион – это следующий шаг. Дальше вот вы видите, с правой стороны есть легкоатлетический стадион, поэтому я в своих силах буду делать то, что, вернее, возможно, в моих силах я буду делать для возрождения Востока и для того, чтобы школы и микрорайоны старого города стали лучше. Право первыми ударить по воротам было предоставлено почетным гостям, а уже чуть позже здесь состоялась первая тренировка. Кроме поля для мини-футбола, в качестве подарка 4-й гимназии был передан новый спортивный инвентарь и форма.